Я в целом очень позитивно оцениваю свой приезд. Я считаю, что если все регионы России будут работать вот с такими темпами, с такими показателями, то у нас все нацпроекты будут двигаться намного быстрее. Ну а самое главное, люди будут жить лучше. Потому что сегодня мы посмотрели реально, вот сегодня, вчера мы увидели реальные строящиеся объекты, которые для людей. Это и дороги, это и капитальный ремонт, это и социальные объекты, и больницы, и спорткомплексы, и школы. То есть это все делается для населения, для людей. Я считаю, что администрация области делает огромную работу, и у них получается.